Здравствуйте, все зрители и подписчики моего канала. В этом видео я хочу показать свое последнее любимое комнатное растение клеродендрум угандийский. Как понятно из его названия, оно произрастает в Африке. Это там оно произрастает как лиана, но я его формирую как кустарник. Любит очень яркое солнечное место, тепло, обильный полив с подкормками. Зимой ему требуется небольшой отдых, чтобы температуры не опускались ниже 12 градусов. И тогда при наличии тепла, достаточно света и полива, летом вас порадует обильным цветением. Вы видите его прекрасные цветочки, не крупные, но они напоминают бабочек. Лепесточки 2-4, как будто крылышки, более темный лепесток, как брюшко, и голубые усики, тычинки. Так что это растение называют по-другому голубые мотыльки. Я его выращиваю летом на улице, зимой заношу в бойлерную. Там довольно-таки тепло, но темновато. Поэтому зимой он сбрасывает листья свои. Поливаю его изредка, так, чтобы не пересушился земляной ком. А летом южная сторона под балконом. Регулярный полив и подкормки. И будет у вас цвести практически целое лето. Вот видите, они отцветают, цветочки здесь посветлее уже. Тут у него еще есть бутончики. Надеюсь, погода не помешает, и они у нас еще процветут. Вы видите здесь дуболистную гортензию, которая начинает приобретать ее листья осенние оттенки. Цветы буду использовать, срежу для зимних букетов. Вот, пожалуй, все. Тут у меня созревают еще ягоды. Одни крупные, одни помельче. Крупные они красивые, но как-то покислее. А мелкие, они очень сладкие. Большое спасибо всем за внимание. Это мое последнее растение, которое я хотела представить в этой эстафете. А эстафету я передаю Ноночке Сытник в Украину и Ирочке в Доминикану. Их название их каналов я напишу в закрепленном комментарии. Большое спасибо всем за внимание. До свидания. Хороших выходных.